Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня ваша новая любимая рубрика. Даже если не любимая, то все равно новая рубрика под названием «Реакции» вместе с Кента ПК. То есть я схожу в ТикТок. А, ну да, еще со мной вместе Анетка. Поздоровайся. Всем привет, с вами Анетка Конфетка. И мы... Так, ну ладно, Анетка, тебя все равно никто не знает. Короче, ребят, в чем суть? Мы прямо сейчас будем смотреть ТикТоки про меня, про Анетку, про ТикТак. Ну, короче, про весь наш движ. Ну, пацаны, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. И чтобы вам была мотивация лично от Кента, у дяди Кента, дарю халявный промокодик. Я запрячу по буковке во всем видео промокод. Вам надо просто посмотреть видео без перемоток, стопрать промокод, ввести его в игре и вуаля, вы получаете халявный ножичек. О, тут Анетка есть, смотрите. Просто ее скин. А, вот она, вот она, вот она. Так, покупаем, все, 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 ништяк. Купил ее скин. И... Еще раз купили? Она в шоке, не, смотрите. Ну, не, ну если это фанат, ну ты напиши мне, познакомимся. В смысле, ты там с кем Стоп, а вот теперь мне за это объясни, а ну иди сюда, женщина. С кем ты там это познакомишься, с Галдой? Ты был, Ром, смотри, ты мне не даришь скины, вот приходится искать, а то не дарить скины. То есть если я скин не дарю, значит ты уже ищешь нового парня, да? Ты смотришь. Ты адекватная? Ты адекватная! Я боюсь стрелять! Ты адекватная! Ну, в чем суть? Да, мало ли ты не понял, потому что моя аудитория 3+. Короче, рассказываю. Анетка по фулу мне свела Origin кейс. Ну, я после этого пришел, вырубил ее с локтя. Ну, в принципе, вот так вот все и закончилось. Скорее всего, прямо сейчас меня снимают на видео, поэтому желательно не позориться, иначе будет, как обычно, все будут писать в комментариях: Кент, ну ты такой, ну бас, ну я прям Испанию ловлю. Братан! Чего? Слушай, это просто разминка, я уже опозорился за 3 секунды. Просто спидран по позору. Так, ну ладно, пацаны, я просто в этом ТикТоке опозорился, поэтому мы смотреть не будем, плохой ТикТок. Давай смотреть дальше. Я знал, что я куплю обратно. Я знал, я только что купил обратно в МТХ. Я просто в шоке, мне уже становится очень-очень плохо. Блин, ребята, я купил в МТХ обратно, просто поставьте за это лайк. Короче, кто не в теме, ребят, то я АВМТХ уже покупаю второй раз и второй раз продаю. Но в ближайшее время я его куплю обратно, поэтому ставь лайк, если хочешь, чтобы Кентуха купил обратно АВМТХ. По анализу смотрите, Анетка конфетка. 101 голду! И что мы делаем? Мы на 100 голды покупаем боксов, а на 1 голду собираем тебе остальной инвентарь. Как тебе такая прокачечка? Прокачка на 100 голды. Прокачка такая же бомбезная, как и твои дырявые зубы. Зубы? Да ёбаный бомбя! Отлично! Не, слышу, а малый не растерялся, нормальный панчлайн сказал, да? Не, ну в принципе я бы, наверное, то же самое сказал, если бы мне сделали прокачки на 100 голды. Но, ребята, это был рофл! Вот, в комментариях все пишут, типа, от Кент Бомжаров сил, нормальный прокачки, а Кент на 100 голды. На самом деле, это просто вырезали с видео, это была проверка на жадность. Потом ему дал 1000 голды, ребят. Есть. Керамбит скрич, нормально! Дальше что, брат? Дальше что? Покажи свой пистолет, брат. Пистолет покажи. Пистолет. Вот он. Ёс, мой. А. Не, нормально, нормально. Не, брат. Нет, так ни хрена себе, у тебя скины арканы. Керамбит, USP, не, брат. Я снимаю шляпу, брат. Ты реально... Бля, ну это такой кринж, я просто не хочу это смотреть. Вы можете спросить в чат. Так. Я тупо свой USP подобрал и говорю, классный у тебя USP. И при том он играет за Т, это трындец. Хочешь прокачку инвентаря? Пошёл в жопу, я уже на таких повився, мне нафиг забрали аккаунты с золотым ветераном и кунаем, пошли в сраку. Я могу прокачать тебя, пиши логин, пароль. Ты что дашь, ага. Хлопец? Хер тебе собачий. Пацаны, я просто обожаю, как украинцы обзываются. Это просто самые смешные обзывательства в истории всех обзывательств. Просто давай еще раз прослушаем, я не могу. И кунаем, пошли в сраку. Пошли в сраку. Я могу прокачать тебя, пиши логин, пароль. Ага. Так, на чем еще можно подняться? Если... Ой, это кринж. 60 голды всего лишь. Сейчас поднимемся, сейчас готов, сейчас готов. Что? Аркана наклейка? Не, минимум 500. Минимум 500 голды, братва. Это еще дешево. Мне уже будет почти вот это нож. Минимум 500 голды. Не-не-не-не. Дымовуха! Это слеповуха! Это разрывная! Ну а прямо сейчас вам покажем, как же мы нашли ТикТака в канале. Приятного просмотра. Да, вот мы нашли. Все, у меня 30 Фрак, тут канал, черни канал, канал. Он хотя бы его тут нету. Черни канал. Вот канал! Канал! Ты что, слежит? Где? Все, Тречка, смотри! Это канал обратно!
Тупо Ди Каприо отдыхает. Так, брат, ты выбрался из канавы или нет? Дай нам обратную связь, потому что мы не в курсе. Амар? Это не он. Смотри, смотри. М6 Студио и Метод Анимасьон представляют. Привет, я Николя. Автор сценария Рене Костенин и Жан-Жак Сэмпэ. Тик-так, я тебя люблю. Так. Ну а прямо сейчас мы, ребят, посмотрим видео под названием Кент-Аут часть 1. То есть, скорее всего, если сейчас вторая, третья, ну и так до бесконечности. Все, смотрим на это. Приятного просмотра. Не слышу, что-то... Просто, ребят. Так. Тухую. На, по красе. Уработал, нуба. Кента ПК, ты еще муху видел? Да не, бро, я слышу, что-то стучит, не понимаю, что за хрень. Это так, соседи ну что, стучали. Поехали. 6-3. 6-3. Собрались. Стоп. А кто мне попало? М-ка. Он мне оружие забрал. Не пол? А им шест... Ля. А где? Он мне пушку... Напишу. Алло. Ты поняла, что произошло? Ну, я вначале раунду случайно выкинул, потом смотрю, где-то пушка, ее нема. Я подумал, что тестер забрал. Эксель Болт ответил, теперь мы знаем точную дату закрытия стендов 2. Это обновление 0.16.0, и оно будет финальным. После этого апдейта мобильные шутеры стендов больше никогда не будут обновляться. Наша компания Эксель Болт занялась... Стендов 2 закрывают! Не, знаешь, что самое смешное? Самое смешное комментарий. И вы верите этому разводили. Во-первых, я говорю так. Это у меня вырезали кусок из видео. Я говорю, мне на почте пришло такое письмо, что стендов 2 удалят. Потом я говорю, но это неправда. А ты просто вырезал именно этот момент, ставил, и так выглядит, как будто я разводила. Ребят, хэштег я не разводила. Какой клоун? Слушай, какая-то сама ты клоун. Нет, нет. Чтобы все сам так называется. Фартмас Оливье, погнали. Ой, что за красавчик? Ты мразь. Тикток называется Мамкин Трейдер. Покупаем! Из Shadow Trading! Это вот это, да? Из минимум 250 голды. Минимум! Ща! Хотя нет, даже дешево. Минимум 300 голды. 4 топовых наклейки, дорогущих. 300 голды. Прямо сейчас, братва. Такое ощущение, что смотрю не про себя, а про кого-то додика. Сливай, брат, сливай! Сливай! Давай, давай, да! Тварь! Ты шо? Ему бан! Вот что бывает, когда кенту сливают не за 0.3 скины, поэтому, ребят, лучше сливайте за 0.3 только. Он недостоин быть плане маслята! Ты шо, собака-то какая? Обманул кента, как лохарим! Кента пока заснул в стриме. Нормально. А кто монтировал это видео, Анетка, не знаешь? Я. Майя, ты умничка. Ой-ой-ой, легендарное видео. Просто льет по закупке V2. Поставьте, пожалуйста, за 35 косарей. Срочно. Кто из моих подписчиков? Кент, ставлю заказ V2. Чувак, я не знаю, это рискованно. Вдруг меня разведут. Ставить или нет? Срочно. Мне ставить на закупку или нет? Я бы рискнул. Ладно, хрен с ним. Просрём. Ставлю 23к. Мать вашу, кто мне там обещал? Чувак, ты еще можешь меня спасти. Только ты. Поехали. 23 голды. Ставлю на закупку. Мать вашу, поехали. 23 голды. Тише. Да, есть подписчик. Кент, соси, слили за 23 голды. Мы все просрали. Не, ну почему? У кого хоть раз в жизни такое было? Прожмите лайк, подпишитесь, но это реально жизнь. Честно. Когда училка отвернулась? Допрыгал. Родной, тихонечко, не буя. Притворимся адекватными. О, смотри. Давай, 2501, сливай, брат, сливай, давай, родненький, брат, я верю в тебя, сливай. Сейчас будет больно. Как же это было обидно, вот честно вспоминаю, до сих пор обидно. Да я говорю серьезно. Донат подъехал. Да ну нахрен, 5000 рублей! Была футболка, нема футболки. 18+ контент пошел, мужики. Мне такие донаты не приходят, ты тоже порвала. Так, Анет, ой, порвала футболку, что ты голой сидела бы? Кента пока читер. Ёханый бабай, копти твою колбасу, ну нахрен!
Египетская сила, шо за хренотень? Брат, сливай! Смотри, ты ща охренеешь. Брат, ты лучший! Кенты по концу. Лучше слить разыгрывал. Не, если он слил бы, пацаны, по фулл прайсу, то было бы продолжение. Мы все просрали, ЧС-2. Смотри. В смысле? Пострелять по бочкам? Не понял. Ну давайте. Раз, два. Во вторую бочку. Три раза. Раз. Magic. В смысле? Ай, блин, промахнулся. Так, подожди. Это я попой открываю кейс. Аленка, вернись. Да ё-моё, жопа жирная. А! Зря я не в маке хавал. А ну-ка, открыли попочка, и шо выпало-то? Эмочка, и отсюда! Ёханый бабай. Сейчас будет самое смешное. Что тоннель со мной? Они все тут! Ты иди сюда! Иди сюда! А, это наш. Я перепутал. Вот я смотрю на себя со стороны, я думаю, ну неужели ты такой бот? Ну я ж вроде нормальный, умный человек. Перебили! Ёханый бабай! 3 минуты осталось. Давай! Ставь, 23-400! Ща, подожди. Тише. Да, есть подписчик! Кент соси слили за 23 голды! Мы их все просрали! 23! Не, ну легендарная фразочка, согласись. Ой-ой-ой-ой-ой. Страшненько. Очень страшненько. Мне интересно, где он? О, а это мой тикток. Как ты будешь выглядеть, если станешь алкашом? Улыбнись во всю силу и расслабь лицо. Ох, ё-моё, да ты... Да, в принципе, кстати, ничего не поменялось, да? Ещё тогда. Ой-ой-ой, 18+. Ох, нихрена себе, пацаны, я знаю, просто немножко большой раз. Но он это, соврал или нет, скажи? Ну всё по-настоящему, никаких постанов, правда? Нюхай бебру. Кент, удар с локтя. Ну, ребят, я рассказываю, как правильно бить с локтя, да? То есть вы думаете, что это очень простой прием, но ни хрена подобного. То есть смотри, какая ситуация. Вы идете по улице, и к вам говорит: «Лёд, ты нормальный, за какой сдаться, чувак?» Короче, идете по улице, да? И видите вашу бывшую училку по географии, и она вам нахрен поставила двойку. И нахрен такой: Марья Ивановна, такая: «Да, шо-шо!» Марья Ивановна, иди в жопу! Не надо это повторять! Марья Ивановна, и нема больше вашей двойки. Дорога. Осуждаю. Это мой новый аккаунт, тупо знаком. Ты лучший! Это недавно было. Ой-ой-ой, меня забанили! Осуждаем. Это фамилия. Ты ёханый бабай. Это мой новый аккаунт, тупо знаком. Ты лучший! И чтобы понимали, у меня была вероятность, что могли забанить все мои аккаунты. Ну что ж, дорогие друзья, в принципе, на такой хорошей ноте мы заканчиваем. Если вам понравилась подобная рубрика, прямо сейчас прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кентуха и... Аланетка. Всем удачи и всем пока.